Добрый вечер, дорогие сябры. Добрый вечер, дорогие жители Мядельщины. Дякую. Две даты, две векопомные подии объединили нас сегодня. Великая перемога и вызволение нашей краины от немецко-фашистских захопников. В этом году Беларусь отметит 75-летие освобождения, 75 лет мирного труда на родной земле. За эти года сменилось много поколений, но память о тех днях живет до сих пор. Особливо тут, на Мядельщине, где добро памятают про подвиги партизан. Удуматься только, на этой земле дейничало жно 5 бригад народных мстилцев. Для вас, потомков героев сороковых, сегодня с этой сцены будет звучать музыка, которая напомнит о тех годах и наполнит сердца гордостью за нашу родину и за наш край. Дорогие друзья, весь вечер сегодня с нами заслуженный коллектив Республики Беларусь, президентский оркестр нашей страны, главный дирижер, заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Бабарикин. Солдата, ветер.
лауреат международных конкурсов Анатолий Сивко.